Лока в последнем домашнем матче регулярки уверенно победил московский «Спартак» 4-1. Шайбы на счету Алексеева, Прохорова, Чванчикова и Беляева. Причем молодые железнодорожники открыли счет уже на 16-й секунде. А в дальнейшем вчистую переиграли «Спартак» по броскам в створ ворот. В итоге победа. Благодаря ей команда Дмитрия Красоткина сохранила лидерство в чемпионате. До плей-офф ей предстоят 3 встречи на выезде. Первая из них 23 февраля в Новогорске с юниорской сборной России.